Он все еще болит? Нет. Мне нужно, чтобы ты была со мной откровенна. Иначе я тебе ничем не смогу помочь. Поэтому спрошу тебя еще раз. Он все еще болит? Немного. Ты можешь им что-нибудь видеть? Нам нужно попробовать что-нибудь другое. Кто ты такой? Я Санс. А это мой брат Папирус. Ты новый пациент доктора Гастро, верно? Надеюсь, он сможет тебе помочь. Спасибо, я тоже надеюсь. Меня зовут Андайн. Приятно познакомиться, Санс и Папирус. Это взаимно. Мы с тебя глаз не спустим, малая. Итак, ты хочешь узнать о силе души, верно? Угу. Ну хорошо. Это сила, которой я владею. С ее помощью я могу совершать мощные атаки, а также задействовать гастробластеры и многое другое. Это круто! Но у нее есть ограничения. Чем больше силы я использую, тем больше слабеет мое тело. Поэтому ее надо использовать аккуратно. Это долго объяснять. Я тоже получу такие способности? Нет, нет, конечно нет! Доктор Гастер больше не повторит свои ошибки с тобой. Он лишь хочет вылечить твой глаз. Андайн, я подготовил новый эксперимент. Ты готова опробовать новую методику, что я разработал? Да, конечно, доктор Гастер. Удачи! Присаживайся. Мне пока нужно кое-что подготовить. Это будет немного больно. Ты себя хорошо чувствуешь? Да, все хорошо. Это не так уж и сложно, верно? Попробуй еще раз. Я испробовал уже все, что мог, и не получается! Поверь, я уже устал от того, что все мои эксперименты оканчиваются провалом. Что я делаю не так? Есть же что-то, что я упускаю! Мне нужно подумать над этим. Я пойду прогуляюсь. В данной обстановке тут особо не думается. Док. Док, можно я пойду с тобой? Что случилось? Небольшие трудности. Но ты не переживай, все получится. Я в этом уверен. Как думаешь, куда он ушел? Я надеюсь, что он вернется. Без него лаборатория кажется пугающей. Ему просто надо побыть наедине. Он всегда не в настроении, когда эксперименты не срабатывают. Он так успокаивается, я думаю. Что такое? Мне больно. Андайн? Андайн? Ну же, скажи что-нибудь. Андайн! Сработало! Все-таки получилось! Андайн, ты меня видишь? Да, я вижу обеими глазами. Я расскажу Гастеру. Он этому точно обрадуется. Док! Сработало! Я же вроде ясно дал понять, что хочу побыть один. Но, док, эксперимент был успешен. Глаз Андайн изменился. И она теперь им видит. Энергия. Санс, немедленно возвращайся в лабораторию. Разыщи Андайн и извлеки энергию из ее тела, пока она не успела ей навредить. Стой, но... Разве это не то, чего ты пытался добиться все это время? Я думал, ты хотел ее исцелить. У меня нет времени на твои пререкания. Возвращайся и сделай так, как я тебе сказал. Мой глаз. Что он сказал? Скоро он подойдет. Сейчас тебе надо будет поспать. Это для того, чтобы когда Гастер вернулся, ты была отдохнувшей. Он поможет тебе раскрыть твои силы. А если он вернется до того, как я проснусь? Не бойся, я тебя разбужу.
Обещаю. Что случилось? Это... Мне нужно... Мне нужно кое-кого проведать. Кого? Я не знаю...